Покажи метеорит. Он мой. Эй! Спокойно. Я вас подозреваю. Премьера. Смотри сериал «Райцентр» в подписке Easy Иви за 99 рублей в месяц. Это Уилл, мой брат. Мне нужна помощь. Моей жене требуется операция. Все очень серьезно. Ты рисковал жизнью ради страны. Разве это справедливо? Сколько тебе нужно? 200 с лишним. Хочешь больше? 32 миллиона. Но ты с нами в деле. Я лишь хотел взять в долг. Я хоть раз тебя подводил? Сделай это ради своей семьи. Чем могу помочь, сэр? У нас инкассация. Всего 20 минут. А мне очень быстро, поверьте. Грабить банк я не собираюсь. Да уж, пожалуйста, а то я останусь без работы. Спасибо. Ладно, хорошо. Заходите. Окей. Пора валить. Сегодня вам будет что рассказать семье за ужином! Берегитесь! Бежим! Не попади в копа! Давай, давай, давай! Перекрыть все. Никого не выпускать. All the leaves are brown. На выход! Что вам нужно? Машина. Здесь раненый коп, его надо доставить в больницу. Тебе придется помочь нам, ясно? Еще и заложники. Скорую не таранить. Внутри раненый полицейский. Умеете оказывать первую помощь? Военный триаж. Были солдатом? Да. Мы вам жизнь спасаем! Раз, два, черт! Нет! Калифорния. Шагу больше! С пушкой, значит, крутой. Дэнни, не надо! Я должен вернуться к жене и сыну. Они в курсе, что ты банк грабишь? Мы вовсе не плохие парни. Мы лишь пытаемся вернуться домой живыми. Мы не сможем счастливо уйти в закат! Дэнни, все уже поняли, насколько ты опасен. Правда? Уберите отсюда вертушки, живо! Я верну тебя домой, братишка. Мы все вернемся домой. Скорая. Дамы и господа, встречайте молодоженов! Мистера и миссис Саймон Дойл! Ты должна познакомиться с Эркюлем Пуаро. Мои поздравления, мадам. Мерси. Он величайший детектив на свете. Подозреваю, что вы не только ради веселья пригласили меня. You had something to hide. Гарнак в нашем распоряжении. На кухне лучше шеф-повар. А шампанским можно наполнить Нил. Когда ты богат, у тебя нет настоящих друзей. It's too late to change events. It's time to face the consequence. Кто-то умер. Совершено убийство. И убийца кто-то из вас. Кого-то подозреваете? Мадам привыкла получать свое. Мне здесь неспокойно. Ни с кем из них мне неспокойно. У такой персоны много недоброжелателей и завистников. О, какая удача. Что-то видели или слышали? Я хотела, чтобы ты увидел, какая она. Она вам не нравилась? Теперь вы обвиняете меня? Он всех подряд обвиняет в убийстве. Это проблема, признаю. Убийство было заранее спланировано. Найдите убийцу. Ты глупа. За любовь убивают. Что вы от меня ждете? Два убийства. Но вы лжете мне. Прямо в лицо! Убийца среди нас.
ему не уйти. Привет. Ну, выкладывай. Да, знаешь, работать без тебя – это просто ужасно. Мы-то были партнерами. Я не хочу говорить о работе. Это потому что... О тебе правду говорят? Все-таки, как дела у девочек? У них все хорошо, а я много работаю. Ты мне еще должна за прошлую пятницу. Но можно потом, правда? О, нет, прости. Да нет. 50, прости. Спасибо. Спасибо. Пока, мам. Люблю Пока. Вас. Медсестра Логрен, это офицер Браун. Вы помните Анну Мартинес? Вот так. Да, ее смерть была внезапной. Вы не могли бы взглянуть? О, инсулин в ее организме – это ошибка с задвоением дозы препарата. А это очень редко. Мы понимаем, что вы работаете с Чарли Калленом. Он мог быть причастен. Эй, голубки! Я все не нарадуюсь. До чего симпатичная малышка ваша Ванесса? Кто такая Ванесса? Боже мой. В ее капельнице инсулин. Код синий, палата 103. Код синий, палата 103. Господи! Он работал в 9 больницах. В 9. Вы о чем? Я... Нет, больница бы что-то сделала. Должна бы. Да? Помните своего коллегу по имени Чарли Каллен? Да. О нем ходили слухи. У умершего нашли инсулин в пакете с физраствором. Привет, девчонки. Проходи, садись. Ты чего такая странная? Он убивает людей, даже не касаясь. Он найдет себе новую работу. И это будет продолжаться. Надеюсь, вы меня слышите. Он сейчас заходит. Привет! Однажды вы добились признания всего лишь пронзительным взглядом. Запасись терпением, и подозреваемый допросит себя сам. От режиссера Скотта Купера. Детектив Лендер, один из наших кадетов, вчера ночью повесился. Коронер вам в помощь? Боюсь, это еще не все. Ему вырезали из груди сердце. Кто способен на подобное? Только... Безумец! Можете расшифровать? Ходят слухи. Существует инструкция к бессмертию. Кто здесь? Еще кадет. По, вам придется выдать себя за кадета. Что это? Кровь, знаки, ритуалы. Господи. Мужчины пойдут на все, чтобы обмануть смерть. Кристиан Бейл. И где факты? Где хоть какие-то факты? Правда. Гарри Меллинг в роли Эдгара Аллана По. Думаю, мертвые люди преследуют нас, потому что мы их не любим. Месяц мы ни на шаг не приблизились к преступнику. Мы приблизились. Это вопрос времени. Всевидящее око. По роману Луиса Боярда.
Ребята, мы прибыли! Дикие люди снова вместе! Райан Джонсон приглашает вас. Добро пожаловать! Нас ждут прекрасные выходные. Распутать новую загадку. А это кто? Бенуа Бланк, детектив. Мистер Брон, я безумно благодарен вам за приглашение. Так что там с убийством? В преддверии праздников. Я пригласил вас к себе на остров. Привет! Поскольку сегодня здесь случится убийство, меня убьют. А после этого мы с тобой общаться сможем? Конечно, я не все выходные буду трупом. Все просто замечательно. На острове спрятаны подсказки. Следите друг за другом внимательно. Кто первый назовет убийцу, победит в этой игре. Вопросы? Ядрен батон, вот это поворот! Боже мой, что случилось? Мать твою! Дамы и господа, совершено убийство, и убийца находится рядом. Кто-то из вас вовсе не играет. Я вынужден попросить вас не трогать тело. Черт, детектив, кто испортил отдых? Исключительно хитроумный сюжет. Я должен понять мотив убийства. Тут каждый воткнет другу нож в спину ради этого козла. Смирись. Дерзкая, харизматичная игра. Вы друзья. Зачем кому-то из вас убивать? А мы не хотим обсудить очевидное? На меня намекаешь? Да, а тебе я и говорю. А ты ничего. Невероятно интересно. Подумайте о риске. Считаете меня опасной? Время покажет. Еще более яркая, смешная и запутанная интрига. Не стесняйтесь. А как же? Это безрассудно. Убийца нанесет удар еще раз, чтобы скрыть следы. Достать ножи, стеклянная луковица. Уж вы-то должны уметь искать улики. Я совершенно не умею страдать фигней. Скрытые послания, беготня, перевернутая мебель. Отвратительная гадкая игра. У шпионов есть уловка. Если хотите мгновенно установить эмоциональный контакт, посмотрите человеку в глаза и не отводите взгляд, пока не поймете, какой у него цвет глаз. Привет. По его словам, это безотказный метод. Чем ты сейчас занимаешься? Работаю. Я хочу кое-что показать. Боже мой! Я люблю тебя. Я давно хотел кое-что рассказать. Мое настоящее имя — Роберт Фригард. Я сотрудник службы безопасности Британии. Ми-5. Ты во мне сомневаешься? Роберта Фригарда обвиняли в слежке и домогательствах к девушке. То есть это все выдумки? Да. Это проверка на доверие, Элис. Роберт Фригард похитил мою дочь. Прекратите звонить. Я на твоей стороне. Всегда. Мисс Арчер, констебль Сони Чандра, полиция Лондона. Мы связались с коллегами из службы безопасности. Он там не служит. И не служил. Элис Арчер. Элис Арчер. Ох, ты ублюдок. Чертов мерзавец. Помоги его отыскать. У нас всего один шанс. Работаем сообща. Взгляни на себя. Ты в раздрае. Манипуляторы всю жизнь уничтожают других. Не понимаете? Он никогда не остановится. Раскрой свой секрет. Мой секрет? Что ты скрываешь? Он промыл ей мозги. Он умеет убеждать людей. Элис, мне жаль. Он у меня в голове. Я должна в последний раз посмотреть ему в глаза. Шпион, которого не было. Он однажды сказал: каждый хочет поверить в какую-то историю. Какую историю вы хотели услышать? Лос-Анджелес. Город ангелов. Скорее, город маленьких грязных тайн. Мне платят за то, что я копаюсь в делишках его достойнейших жителей. Я частный детектив. Меня зовут Филипп Марлоу.
Насколько частное у вас расследование, мистер Марлоу? Чем я могу вам помочь? Найдите моего любовника. Он не попрощался. Ему есть что скрывать? Как и всем нам. Чего хочет моя дочь? Моя мама снималась в кино. Надо? Давайте еще раз. Она решила, что между нами что-то есть. Я слышал, вы кого-то разыскиваете. Все мы кого-то ищем. Дам 1000, если найдете его для меня. В пазле много частей. Как знать, что вы обнаружите? Я прыгну в пропасть и потащу вас за собой. Мне нравится, что вы ничего не боитесь. А стоило бы. Они все между собой повязаны. Вы будете искать, потому что вы такой упертый. Полиция вас не тронет, а я трону. В списке горожан, с кем не стоит связываться, они на первом месте. В Голливуде главное знать, когда твоя игра окончена. Мы войдем и выйдем живыми. И я спрашиваю себя, кто же побеждает. Я сделаю все, чтобы вы встретились. У всех есть секреты, мистер Марлоу. А что насчет ваших? Их вы тоже сохраните. Разбираетесь в вине? Немного. Вы мой спаситель. Я Крис. Скай. За внезапные встречи. За внезапные встречи. Вот позор! Эй, отойди от моей машины. Мы не хотим проблем. Постой, постой! Черт! Девушки, снова опаздываете с арендой. Ничего не скажешь. Где ты была всю ночь? Я видел репортаж в новостях. Лиса! Твоя соседка. Скай, ты должна связаться с полицией. Это было бы так глупо. Почему? Ожидаешь доставку? Чувак, как колено. Хорошо я поработал. Пришла пора, милый мой, узнать тебе всю правду. Это что, подстава? Наконец-то дошло. Скай, ах ты негодница. Страшно, да? Ты расскажешь мне все пароли и коды. День рождения матери. Девичья фамилия мамочки. Ты позовешь Криса или мне вызвать полицию? А вот и он. Папа! Что им нужно? Абсолютно все. Парень, ты цел? Поехали отсюда. Расскажите, что у вас случилось? Меня зовут Кристофер Деккер. У меня дома женщина, она удерживает меня против моей воли. Она хочет ограбить и убить меня. Она... Как я рада, что ты вернулся. Я думала, что потеряла тебя. Все хорошо? Ха, видел бы ты свою рожу. Назад! Боишься темноты? Обожаю. Если бы у тебя были деньги, что бы ты сделала? Я хочу иметь возможность что-то испытать. Просто хочу быть свободной. Здравствуйте. Я внесла 400, но они не появились на моем балансе. Извините, сколько процентов я плачу в месяц? Как дела? Мне нужна работа. Просто, чтобы оплатить свои кредиты. Эмили, йоу! Позволь мне помочь вам. Родительские права. В течение следующего часа ты заработаешь $200, но тебе придется сделать что-то незаконное. Это не опасно, но ты будешь нарушать закон. Эй, вы собираетесь платить? Прости, что?
Собираетесь ли вы платить за это? Боже мой. Извини, чувак. Завтра займешься другой работой, хорошо? Что я должна сделать? Ты зарабатываешь, продавая телевизоры? Иногда телевизоры, иногда другие вещи. Покажешь мне, как это делается? Ничто из этого не безопасно. Но если ты будешь делать то, что я говорю, то все будет в порядке. Привет. Да, пока есть наличие. Одну секунду. Успокоилась? Да. Да? Боишься меня? А? Да. Да. Эй! Вылезай из машины! Мы серьезные люди. Они должны нас бояться. Остановись! Ты сказала, что с ней это будет всего один раз. Я хочу свою долю. Юсуф хочет все! Полиция! Люди будут продолжать иметь тебя, пока ты сам не установишь правила. Подожди! Знаешь, в чем моя ошибка? Я зашла недостаточно далеко. Преступница Эмили. Твое здоровье, выпьем. Дэвид. Джанин. Я только что встретил потрясающую девушку. О, да? Стой! Дэвид, мы кого-то сбили. О, боже! Нам нужно уехать прямо сейчас. Мы должны позвать на помощь. Она мертва! Дэвид! Такое могло произойти с каждым. Но это произошло со мной. Произошло с нами. Знаешь, какой срок тебе дадут за это? Разве ты хочешь в тюрьму? Он работает журналистом. Узнай, что ему известно. В городе орудует маньяк, и это его очередное идеально спланированное убийство. Полиция считает, что это не случайная смерть. У них ни машины, ни свидетелей. Пока нет. Я где-то видела тебя. Ты знала ее? Она была моей сестрой. Мне нужны ответы. Будь предельно осторожен. Не дай загнать нас в ловушку. Думаю, я знаю, как поймать убийцу. Мне кажется, она нас раскрыла. Почему ты не сказал мне, что давно с ней знаком? Ты следишь за мной? Мы встречались? Ванесса, это мой сосед. Роберт! Во что вы меня втянули? Что ты скрываешь? Что вы скрываете? Ты решил подставить меня? Ты сошел с ума, Роберт. Ты не случайно оказался в той машине. Дэвид, ничего не бывает. Случайно. Она с самого начала подстроила все это, чтобы убить нас.